Начал какие вообще? 8, 510, 512, 515, 518. Ну давайте по 8500 начнем сначала. 8500, выходим, 8500. Это все, больше нет, что ничего? 8500, все. Как-то слабенько. А по 10 нет, ничего? А давайте по 10-то посмотрим. 10500, выходим, 10500. Ну и что ты скажешь? Алена и Алис, берите вдвоем сумки, да. Ко мне. Спасибо, Тамар. Что, расчет с вами? Как отец. Да. Уголовный розыск. Отец. Как давно здесь занимаешься этим бизнесом? 4. 4 чего? Года. Работа нравится тебе? Нет, деньги нужны просто. Тебе на что нужно? Раньше как-то не нужны были, для себя только. Сейчас собираю на квартиру. Квартиру где собираешься покупать? У себя дома. В Липецке? В одном из частных домов на улице Коммунистической в городском поселении Мытищи пресечена деятельность притона по оказанию интимных услуг. В ходе рейда полицейские задержали 14 девушек, оказывающих сексуальные услуги, и 40-летнюю уроженку Республики Молдова, которая организовала незаконный бизнес. Все задержанные доставлены в отдел полиции для установления их личности, дактилоскопированы, проверенные на причастность к совершению преступлений и правонарушений. В отношении девушек составлены протоколы об административном правонарушении по статье 6.11 Кодекса об административном правонарушении Российской Федерации «Занятие проституцией». В отношении организатора преступной деятельности возбуждено уголовное дело.